Доброго времени суток всем. Это Троу, с вами Террорлига, Enchant Cup. Rage Team против Inferno. Best of 3, 1-0 ведут Rage Team. Взяли себе Death Prophet и Леона. Собственно, пик почти повторяется. Но забанили Сларка и Инферно. Взяли Бистмастера и Спирит Брейкера. Контроля уже достаточно хватает. Очередь команды Сил Света запрещать героя. Уже неплохие контроли за два пика. Посмотрим, что будет дальше. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Да, бан Зевса сейчас довольно... Дополнительное время. Оправдывает себя бан Зевса, то есть прилетает куда-то Спирит Брейкер, и если что, там ультанет Зевс еще, то есть дэмэджа должно хватать. Героя. Было, но Зевс, тем не менее, забанен. Смотрим, что будет дальше. Довольно уверенно победили Rage Team на первой карте. Посмотрим, даже мут ли. Осталось 5 секунд. Борются они сейчас за выход в четвертьфинал. Да, банится Спектра снова. Не хотят такого мобильного героя. Пика. Спектра с ульты может прилететь. Может быть, какой-то висп. Гирокоптер. Тини висп. Кеос Найт висп. Еще может, конечно, сюда зайти. Не хватает еще одного саппорта. Керри мидера. Осталось 10 секунд. Очередь команды. Но это Джакиро для Инферно. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Чем же ответят Rage Team? Очередь команды Сил Света выбирать героев. Очередь команды Сил Тьмы выбирать героя. Довольно быстро берут героев команды Inferno. Почти не использовали дополнительного времени.
Возможно, какая-то есть наработочка, стратегия. Но уже довольно мобильный пик. То есть Бисмастер наверняка будет с блинком, Баратром со своим чарджем. Осталось 10 секунд. На 1300, Браун, простите. Есть блинк от Квапы. И отвечают Дроу Рейнджер. Что это? Абус Аур? Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Бан Слардера, который, кстати говоря, очень многое сделал для Rage Team. Просто хардовый Слардер в соло убивал на линии вражеского кэрри. Да, внес он импакт огромнейший, конечно. Бан Ликана. Очередь команды сил. То есть видно, что есть Бестмастер, есть Джакира, могут они пушить. И вот банится Ликан еще. Видно, что не хватает кэрри, и банится пуширующий кэрри. Последний пик для Инферно. Как раз таки нужен кэрри. Осталось 10 секунд. Гирокоптер. Очередь команды сил тьмы выбирать героя. И моментальный ответ Думбрингера от Rage Team. Включается Думбрингер. Обычное дело. Показывает стратегию, видимо, здесь будет. Смог, дальше пойдут. Что ж, представим команды. Вир будет, капитан команды Инферно будет играть в миде на Queen of Pain. Diamond с... Это что, саппортящий Spirit Breaker. Тёлочка будет стоять на Бистмастере в харде, Граф на Гирокоптере и Free Life на Джекиро будет саппортировать. Тем временем Яо 3Х, который хардлайновый, будет стоять в хардлайне на Думе. Мичиган. Что это, замена? Я не помню этот никнейм. А! Это который Яо 3Х, другой Мичиган 74 будет керировать на Дроу Рейнджер, Джо PWQ в миде на Death Prophet, Believe in Me на Леоне и Lucky 27 на Венге. Выходят в смоках все пятеро. Первым идет Леон с сапогом, взял Хекс, кстати, очень правильно. Больше длительнее будет контроль, нежели Эрспайк. Никого не встречают, снова берут по руне каждая команда. Посмотрим, что дальше. Битва начинается. Поставили здесь варды. Так, забанили, да, здесь стак очень хорошо забанили. Ну и посмотрим, как здесь, на этой карте, поведут себя Инферно после такого колоссального провала от Rage Team. Загнобили их на первой карте. Смотрим, реабилитируется ли. Выход уже
есть контроль, должен быть хекс сейчас, должен быть стан. И пока растычкуются, не пускает здесь Believe in Me тёлочку и First Blood от Леона на Бистмастере. Новая First Blood на хардлайнере. Здесь Яо 3Х под землей чувствует себя очень хорошо. Пытались, конечно, растычковать, но контроля здесь, конечно, меньше, нежели у Rage Team. Боже мой. Прошу прощения за сетку. Believe in Me, чувствую себя уже очень уверенно против хардлайнера Inferno. Не контролит здесь кабаном, не пытается даже как-то забрать крипа, хотя тут, да, мало еще, конечно, дэмэджа с руки у кабана, но хоть как-то можно, хоть чуть-чуть. Так, Dual Breath от Джакира, подрубается земля от Яо 3Х, разгон от Баратрума, и... но под землей здесь будет, должен жить. Нету какого-то стана длительного, не прокачан еще у него Greater Bash. Очень комфортно себя здесь чувствует, берет себе еще 4 Тангуса, есть уже Ring of Protection, есть... сапог, комфортно здесь очень хардлайнеру. Идет разбег от Даймонда на крабу. И что дальше? Дальше у нас пауза от Уира. Какие-то неполадки, видимо. По 14 крипов у кор-героев команды Rage Team. В топе они идут. Следующий идет только 10 у Вира. И по крипстату уже все гораздо лучше у команды Rage Team. Просто погибла с задувки в Dagger в Death Profit. И еще один тик. Выживает, все равно выживает. Есть ботл еще. Просто с задувки здесь умирает Квапа. Иллюзия. Грейженный стик у телочки. Не знаю, мне кажется, это лишним было. Достаточно взять какой-то обычный стик и взять дальше сапожок. Хоть как-то там побыстрее будешь, но... Есть уже Эрспайк, есть Хекс, еще один стан есть. В любом случае никто не выходит. Интересно, разведется ли? Нет, ну не... Развел. На 2 скилла. Баратрум Лаки. Да, очень хорошо здесь чувствует себя Думбрингер. У него уже 5 уровень на 5 минуте. Третья земля уже. Диворф вкачал в 2. То есть не взял себе Infernal Blade ни в один там. Чтобы сбивать что-то. Интересно. Уже в наглую просто подходит, даже без земли. Квапа догоняет своего оппонента по крипам. Задувочка уже очень больная. От крабы Даймонд разгоняется на Яо. Что дальше? Так, дальше есть у нас, будет ли айспас? Айспаса нету, Dual Breath, а маны на айспас
Нет, просто врубается земля, и, боже, он идет в ответ, может забрать даже фрилайфа. Но нет, отпивается здесь с фласки, с кларити. Фрилайф и... Что? Куда? Да, сделает сейчас отвод. Сбивается ему здесь кларити, конечно. Не очень хороший отвод получился у него. Ничего, бывают ошибки. У Мичигана в 3 вкачана уже аура. Дает неплохой урон уже троим своим союзникам. Хотел разогнаться здесь. Боже, нападение ответное от Rage Team. Забирается здесь сразу Beastmaster. И не хватает буквально 2 тычек по виру, чтобы забрать квапу. Не хватило у него здесь маны на Sonic Wave. Не рассчитал он. Был бы гаст в 2 вкачан, думаю, можно было бы пойти дальше за квапой, забрать ее, но здесь... Гаст, к сожалению, один. Джакира все-таки Думбрингер доходился. Джакира здесь забирает Дума. И будет ли умирать здесь Гирокоптер? Нужно динаить. Нужно. Будет ли динай? Никакой... Не доигрывает здесь фрилайф, конечно. Не доигрывает. Скажите мне, почему Инферно вот апгрейдженный стик? Вот здесь апгрейдженный стик. Башню сил света на центральной линии атакуют. А сапога нет. Силы света укрепили свои сооружения. Разбег Баратрума на крабу, но спушивается здесь. Нет, не до конца спушивается. Нападение на крабу. И просто Сонику его сбривают. Даже прилетел сюда гирокоптер, получил 6 уровень, но прилетел просто пустую. И не динается Тауэр. Ошибка, очередная ошибка от Инферно. Сбривают также здесь Тауэр, гаст по Даймонду. И что дальше? Прилетает здесь Queen of Pain, забирает Вингу и еще до кучи забирает Дроу Рейнджер. Отвечают неплохими киллами здесь Инферно. Показывают, что есть еще порох в пороховницах. Так, Дум под землей. Нападает на телочку. У него до сих пор нету сапога. 9-я минута. Откидывается... топорами. Сифонят Бистмастера. Нужно сейчас... Да, есть Хекс. Спайки. Или он забирает Бистмастера. Прилетела Квапа, но и Квапу могут здесь забрать, если есть Сайленс. Сайленса, к сожалению, нет. Зато есть Дум. Можно. Можно идти сейчас. Вот земля откатилась. Все, можно... Есть Дум. Врубается земля. Разгон от Баратрума на... Дума, не могут здесь растычковать, кое-как растычковали, идет кулдаун от графа, краба сифонит все, что видит, Мичиган наваливает с руки, забирая здесь Джакира, забирает всех, боже мой. Так, влетел в Вир еще раз, дается ему гаст, и, боже мой, кажется, это трипл килл для... Дроу Рейнджер отпивается здесь еще с фласки, сейчас крепочки подойдут, и можно спокойно выходить. Да, даже сейчас можно выходить, сейчас втанкует Тракса, все, пропустил своего мидера, и дальше давить, и это не был прожат экзорцизм. Башни сил света на нижней линии атакуют. Драмы для Траксы, интересный выбор, ну... Статовая получается Тракса, есть Аквила, будут драмы, еще пожирнее будет. Пожирнее будет себя чувствовать определенно. Разбег на... Боже мой.
на крабу, и все равно она здесь забирает в ответ. А будет ли... Так, есть свап Вира, задувка, эрспайк, и получается такой селф-ганг Инферно. Айспас от фрилайфа, здесь довольно быстро бежит Яо. Фрилайф уходит. Прилетел здесь хардлайнер Бистмастера. Бистмастер и также погиб кулдаун по одному Мичигану, но он совершенно не ощущает этот кулдаун. А дальше? Что дальше? Как же живет здесь Лаки? Будет ли стан? Нет, маны на стан не хватает. Забирает все-таки здесь Вингу. Винга жила здесь очень долго. Но... А был ли Вижн? Видимо, где-то видели Вингу, что Баратру взял разбег. Так, разбег отменяет. Экзорцизм от Джоу. Сифонят здесь графа. Спайками забирает Леон. Ворвался здесь Вир. Под гастом. Разбег от Даймонда. Так, ульта по траксе. Сифонят. Стан по Даймонду. Минус 4 в одну траксу. Believe in me. Отходит. Просто не решается Вир прыгать. И правильно. Много достаточно Башин контроля. Вир сейчас должен с блинка уходить. Силы, да, уходит с блинка. 8-17. Продолжается доминирование команды Rage. Башня сил света на нижней линии разрушена. Вот он, Леон, саппортящий Believe in Me. 6-1-3. Есть Транквил, есть Брейсер. 1800 сверху. Будет выход в Блинк. Здесь уже фармит Мичиган после смерти. Если что-то у него... Нет, ничего больше нет. Тут 200 голды у него на руках. Также драмы Аквила. Ничего больше. Мне кажется, пора в какой-то дэмэдж уже выходить. Там, может быть, Яша, Сэнджин Яша. Тут блокинг бар, в общем, нужно что-то полезное для файта. Блокинг бар, мне кажется, сейчас очень хорошо бы зашел. Лаки пошел в соло на гирокоптера и так вот продамажил его. Интересно. Откатился у Леона палец смерти. Нужно нападать дальше. Краба в рунных хосты. Боже, как же много аур у нее. Так. Фрилайф здесь что-то загулял. Забирают его здесь просто со скиллов. Смертоносен скрабает. Так, сифонят. Палец Believe in Me. Дум идет в Даймонда. Еще минус 2. 8.20. Продолжает доминировать. Нужен свап. Не хватает рейнджа свапа. Не хватает рейнджа свапа. Да, рейнджа свапа не хватает. Первого уровня только. Башню сил света на верхней линии атакует. И впятером уже кушат топ. Есть ли экзорцизм? Да, экзорцизм второй есть. Оставляет его Джау на заход на хайграунд. Леон уже просто танчит вышку. 7-1-5 идет саппорт. Да, прожимается экзорцизм. Заход на хайграунд будет. 1200 у траксы. Айспас по двоим. Хорошо. Разбег на Джао. Прилетает Инферно. Моментально получает просто все скиллы. Соник Вейв по всем. Но никого не прожадамаживает. Просто дэмэджа не хватает. Минус 3. Моментально айспас от фрилайфа. И пытается здесь уйти. Но дэмэджа слишком много. Даже с руки. Ворвался здесь Вир. И... Так, хорошо, Infernal Blade, стан, и это минус 5 в одну крабу, и будут продолжать пуш. Но здесь уже все респаунятся.
стоило бы отойти, конечно. Заберут, наверное, вышку и отойдут. Отойдут. Нет. Решили не отходить. А дальше что? Чувствуют себя очень уверенно команда Rage Team. Стан по Даймонду. Кулдаун. Кулдаун задевает Мичигана и Believe in Me. Долбрес заходит по двоим саппортом. Фрилайф пытается дойти. Liquid Fire по Believe in Me. Believe in Me умирает. Нет, 34 хп, ТП аут просто делает отсюда, и все. Забрали здесь, кстати, Дума. Пытались найти Believe in Me, но Believe in Me ушел с ТП. Queen of Pain выходит в Аганим. Есть уже 3 четверти. Траксу. Как здесь Траксу? Почему здесь Траксу убивает? Вот, покупает она Shadow амулет. Будет выход в Лотар. Зачем? Тебя же могут просветить хорошо. Даже если ты будешь уходить, а Баратрум может очень хорошо с чарджа. Почему Баратрум не взял Empowering Haste? То есть берут обычно Darkness в один, а вот это максят. Но нет. Разгон на Джау поднимает просто Даймонда в Юлах. Так, такая же сборка у него, фейзи драмы. Юл врывается с блинка, Дум по Даймонду задувается сверху. И здесь Даймонд 100% умирает. Будет ледяной, будет ледяной. Кулдаун здесь никуда. Накричали здесь на Яу. Просто бьет с руки. Пережил здесь все-таки как-то Инферно Дум. И пытаются. И наваливают здесь еще с руки, что-то может саппорт. Лаки по максимуму делает. Эрспайк, хороший эрспайк по двоим. И Джао выживает благодаря хорошему стану от Believe in Me. Плюс Сифон успевал отхилиться здесь. Хорошую командную игру показывает Rage Team. Башню сил света на центральной линии атакуют. Не кажется мне, Дроу Рейнджер сейчас вот, кстати, Гаст он замаксил все-таки. Знает, что надо забирать клопу. Вот эти вот 5 секунд сайленса. 6 секунд сайленса. Прошу прощения. Очень будут мешать Queen of Pain. Плюс сайленс есть вот здесь. Еще 5 секунд. Клопа страдает. Один 1-8 Beastmaster. Снова у хардлайнера команды Inferno как-то не заходит. Выход на Рошана от Rage Team. Забирает его моментально. Дроу Рейнджер под дабл дэмэджем. Айс пас по двоим. Прожимается Shadow Blade. Смоки спалили. Кулдаун по одному Лаки. Со спины, боже мой, Гаст просто по всем, по пятерым забирает с дабл дэмэджа всех. Прожимается экзорцизм. Забирают и телочку, и Даймонда. Прожимается Юл на Вира, но он здесь уходит с блинков. Есть у него, кстати, Аганим. Попытаются догнать, но тут... Ой-ой-ой, есть линза, чуть-чуть не хватило. Есть Хекс, хорошо, очень хорошо. Дум не успевает прожать Дум. И будет ли заход? Заход должен быть на хайграунд. Уже летят Свист Систерс Джао обратно. Но пуш все равно должен состояться. Нужно продолжать пуш. Sonic Wave. Что делает Sonic Wave? Это был Sonic Wave пустую. В любом случае, все живы-здоровы. Даймонд влетает на Джао. Врывается Яо. Дается Дум графа. Мичиган просто со спины начинает всех разбивать. Байбекается граф. Фрилайфа также разбирают. Это минус 4. Кулдаун снова. Так, по одному Яо, он его
просто переживает, почти клоун также остается. Граф с двух тычек забирает его Мичиган, и минус сторона до кучи. И это уже должно быть ГГ. И Вира также забирают бесконечный Сайленс. Это ГГ за 20 минут, также побеждают Rage Team. Не хватило Инферно какой-то командной игры, может быть, или личного скилла. И Rage Team проходит четверть финала нашего турнира Enchant Cup. Пожелаем...